Здравствуйте, сейчас я вам покажу горнолыжные брюки Канада. Они все на Сантепоне, если какие-то будут без, я скажу. Эти сверху вот с такими вот лямками. 8-10 лет. На коленках другая вшита ткань, чтобы не изнашивались коленки. И здесь резинка, чтобы не попадал снег. Вот такие. Размер XL, 16 лет написано. Снизу немного грязный, но их легко постирать, просто там все отстирается. Просто штаны на резинке, размер M. Снизу также сделаны вот эти вот штучки. Вот такие, внутри сетка, размер M. Вот эти вот как раз без синтепона. Просто термоткань и сеточка внутри. Дальше опять идут вот эти тоже без синтепона. Размер S. Просто непромокаемая ткань. И здесь резиночки. То есть под них можно просто что-то надеть. Эти вот с таким верхом. Размер SM. Хорошая ростовка. Тоже без синтепона. Эти тоже без синтепона. Размер S. На резиночке, как и все, непромокаемая ткань. Так, здесь идет синтепон уже. XL. Также термоподкладка. North Face. Хорошая длина. Вот такой вот костюм с горнолыжным верхом. Вязаный ворот. Так, размер идет L с капюшоном. На тонком сантепоне, по бокам, по ножкам молнии. Дальше все идут тоже на сантепоне. Размер S. М. М. Тонкий синтепон. Десять-12 лет. Просто штаны. 12-14 лет на резинке. И снизу тоже вот здесь сделаны резинки. Размер М на резинке. Такие брюки Колумбия. 14-16 лет. Еще один костюм с капюшоном. 10-12 лет. М-ка. Вот такой на синтепоне. Спасибо за просмотр. Вся подробная информация будет в описании.